полиция, ни одна полиция не нужна. Метр быстрее перейти. Можно вот? Я вам только что показывал. Мне вы никто не показывал. Еще раз подойди, пожалуйста. Молодец! То есть у молодого человека чистый лист бумаги в руках. Вот один год, один алмазу 33. Это у вас, не знаю, листок. Шо, показать? А у вас есть листок бумаги? Ну, для какой цели? Какой цели есть такой? Не важно. Целью. Да, первый листочек. Целью выразить. Вот это, вот это. Я вас уведомляю о том, что в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области номер 72-Б от 18 марта 2020 года, также с постановлением губернатора Новосибирской области от 9 февраля 2022 года, номер 40-Б, публичные мероприятия, любые публичные мероприятия на территории Новосибирской области, в том числе одиночные пикетирования, которые, так понимаю, вы сейчас совершаете, запрещены. При непрекращении ваших противоправных действий вы будете подвергнуты административному наказанию, предусмотренному статьей 20.6.1. Требую немедленно прекратить ваши противоправные действия. Повторяю, требую прекратить ваши противоправные действия. Продолжаем. Можно я это? Не-не-не, давай его толкаем. Все, забрали. Вот такие действия полиции, если человек выходит даже с пустой чистой бумажкой, с чистым листом, без всяких лозунгов. Вы еще хотите доказательства абсурда?